Лазаревский центр национальных культур предлагает цикл рассказов о творчестве художников, предоставляющих свои картины для экспозиции в выставочном зале. Выставочный зал Центра национальных культур уже более 30 лет работает для местных жителей и гостей курорта. В окружении картин художников Черноморского побережья и других регионов России занимаются юные художники и мастера прикладного искусства. Художники, которые предоставляют свои картины для выставок, являются членами любительского объединения художников «Декор». Слонов Валентин Сергеевич отметил свое 80-летие новыми картинами в выставочном зале. Валентин Сергеевич родился 27 мая 1938 года в Белгородской области. Закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. С 1986 года живет в Сочи. Слонов пишет картины в классической манере, используя технику и приемы русских мастеров. Его художественные произведения демонстрировались на выставках разных городов мира. Поклонники творчества Слонова часто бывают у него в гостях в селе Верхняя Беранда. В своей творческой мастерской Валентин Сергеевич проводит мастер-классы по живописи. Какое это чудо увидеть, как из легких штрихов и мазков появляются поля и луга, расцветают цветы. И кажется, что слышно пение птиц. В своем саду Валентин Сергеевич – архитектор, садовник и дизайнер. Его картины наполнены светом и красками сада, а сад – воплощение лучших картин художника. В выставочном зале Центра национальных культур не раз проходили персональные выставки Слонова Валентина Сергеевича. Валентин Сергеевич – талантливый художник, добрый и трудолюбивый человек. Пожелаем ему вдохновения, долгих лет и новых творческих успехов.